8-летняя девочка погибла сегодня под гусеницами бронемашины в Константиновке. Этот город Донецкой области контролируют украинские военные. Местное управление МВД несколько минут назад сообщило о задержании двоих солдат после происшествия, в результате которого еще пострадали женщина и младенец, они в больнице. Есть немного видео с места трагедии. Выглядит так, как если бы милицейский патруль увозил военного водителя, с которым люди готовы были расправиться. Обращает на себя внимание то, что бронемашина не на проезжей части. Кроме того, заметен согнутый фонарный столб. Подобную автоаварию мог бы устроить тот, кто сильно превысил скорость. Плюс, скорее всего,